Ага, вот так вот ставится подоконный брус. Сначала прокапывается крыша. Сверху еще один подоконный брус. Как устанавливать разные окна. И потом купил уголки. Крутится сюда. Еще один уголок. Вот, он прикручивается к этому брусу. Вот он. Угу. В принципе, ничего сложного нет, да? Нет, ничего. Большое лего. Да. Все то, что делается, все то, что привозится, приносится. Это все большущий конструктор. Вот такое вот окно. Вот этими спицами, этими анкерами крепится прямо к брусу вверху внизу. А сюда крепится специальная шапочка. И, в принципе, ничего сложного нет. Конечно, природа здесь потрясающая. Просто сказка. Перед монтажом из рам вытаскиваются сами окна. Вот эти пазы. Пазы. Вот они пазы. Вот. И в эти пазы вставляются вот эти усы. И окно переворачивается. Вот. Вот они. Вот. Будут ездить эти окна. Сначала делается монтаж рамок. Вот. А потом ставятся окна. И переворачиваются. Камин шикарный. Монтаж окон изнутри.